общем, печально, что у УАЗики нет показаний вообще, сколько он бенза тратит среднего. Поэтому, опа, ага, поэтому мы решили заправиться на свои кровные бабки. Вот, покатаемся, сейчас до полного зальем, покатаемся, посмотрим и потом снова зальем. И, ну, с погрешностями, конечно, но все равно посмотрим, сколько же все-таки мы потратили. Все, для нас самое главное — суточный пробег. Суточный пробег по нулям. Полный бак у нас горючки. Минус 3 у нас. Снега нет. Снега нет. Автоматик у нас. 1654 у нас пробег. Вот. И, в общем, будем кататься. По окончанию теста будем заливать еще бенза. Блин, это самый дорогой тест-драйв, который у меня был. Друзья, всем привет! Добро пожаловать на канал Филавто. Сегодня у нас будет ледовая битва. В общем, Патриот я уже снимал. Это было в Москве у дилера. Сегодня у нас будет ряд практических заданий для Патриота на автомате. Лед. Оффроуд такой мелкий. Обрати внимание, смотри. Вот это у нас Toyota Crown. Задний привод, все дела. Друзья, но не об этом. Сегодня у нас будет еще один участник. Это у нас Т-600 Zotti, передний привод. Вот. Ну, покатаемся, посмотрим. Но самое главное, посмотрим, насколько хорош автомат на Патриоте. Я уже по городу прокатился. Ну, это реально будет самый дорогой тест-драйв, потому что я сейчас в него залил 25 литров бензина. А почему залил-то бензин? Потому что здесь нет датчика среднего расхода топлива. И для того, чтобы понять, сколько же все-таки Патриот на автомате тратит бенза. Причем мы выясним, сколько он тратит бенза с оффроудом, с моей гоночной ездой по городу. Ехать мы будем на полном приводе. То есть я включил полный привод. Все, все 4 гребут. Причем прям на поворотах ты прям чувствуешь, что он такой вот так вот едет. Вот, соответственно, все вам покажу, все вам расскажу. И в конце тест-драйва мы зальем бенза. Ну вот сколько зальем, и, соответственно, поймем, насколько, ну, сколько жрет Патриот на автомате. Самое главное, вы должны понимать, что этот тест-драйв будет не трассовый, не по городу потихонечку там тошнить, там 60, там 70. Соточка, 80 соточка, оффроуд. В общем, тяжелые условия для Патриота. Естественно, расход, ну, я думаю, что расход будет ближе к 20, а то, может быть, и больше. Поэтому, друзья, смотрим. Поехали. Оба. Передний привод — это передний привод. Сейчас на лед выходят коровы. Кстати, но он неплохо управляется. Коряво, конечно, но управляется для Патриота неплохо. И, кстати, его перестало швырять, когда ты, допустим, в колею входишь, да? Обычно из колеи выходишь, тебя начинает там швырять. Ну, по крайней мере, это было на механике, ну, года, наверное, 3-4 назад. Сейчас как-то он прям устойчиво. Вот есть какая-то устойчивость. Сейчас ехали там по колеи по большой. Но он едет нормально. Он едет плавненько. То есть его не швыряет вот так вот из стороны в сторону. Выходит неплохо. Как бы это огромный плюс. Что, допустим, по минусу? По минусу здесь мне не нравится. Во-первых, мне не нравится, что рычаг переключения передач, он слишком низко. Ну, не то, что слишком низко. Да, нужно тянуться, но как бы не совсем нормально. Вот поднять бы его было бы неплохо. Но, блин, вот подиуму я не перестаю удивляться. Сделано прям так вот, прям хорошо. Самое, что сразу бросается в глаза, это две педали. Две педали в Патриоте. Это, блин, это смешно. Вот, друзья, но это максималка. Поэтому здесь, естественно, все блага цивилизации есть. А в минималке есть кондиционер. В принципе, для тех, кому нужно просто покататься, ну,
Кондиционера, наверное, хватит. А, кондиционера, две подушки безопасности. Тут, друзья, в любом случае делать выбор вам. Я вам ничего не могу подсказать, какую машину брать, какая лучше, какая хуже. Но ориентир — это цена. Напоминаю, что Prado 2 почти 500, а максималка, Prado — это минималка, максималка Патриота 1 400 000. 1 400 000. Поэтому, друзья, выбор делаем сами. Здесь у нас 150 лошадей, новые, доработанные, они говорят. Была информация от одного блогера, говорил, что был отзыв там некоторой партии, что проворачивала вкладыши. Ну, я не знаю. Я вот сейчас общался с человеком, который купил Edition One там в Москве. Канал на Ютубе тоже у него есть. Он говорит, ну, но он такой уже заядлый уазовец. Он говорит, ну это как нужно было мучить УАЗ, чтобы вкладыши провернуло. Но было такое. По коробке, еще раз повторю, что по коробке есть замечания. Она вот начинает газовать, гальмовать. Только потом машина уже там, допустим, если топка, если педаль в пол, только потом она начинает уже движение. Вот. И переключение с третьей на четвертую, либо с четвертой на пятую, тоже есть некая задержка. Вот. Ну, моторчик слабенький для коробочки. Коробка прям такая нормальная, мощная. Вот. Если будет здесь стоять дизель, либо, допустим, там еще какой-нибудь доработанный мотор, побольше, чтобы лошади было, то будет круто. И плюс еще по расходу. Смотрите, с завода идет газ. То есть можно поставить газ. Итальянское оборудование, насколько я знаю. Вот. Но мы в любом случае в конце теста мы зальем бенза по горловину. Это дилеру, кстати, огромный плюс. Вам тачка придет с полным баком бензина. А брал я ее, было полбака. Вот. И, соответственно, узнаем расход. Опять же, на расход внимания, ну, 50-50. Потому что расход будет вот с учетом вот этих вот окружений, с учетом того, что я по городу втапливал. Расход будет некорректный, но он будет. Потому что датчика расхода среднего здесь нет. Ну, кстати, пробуксовочка есть. Я нифига не могу понять вот с этой шайбой. Вроде бы включаешь блокировку до конца. Но почему-то ни датчиков, ничего не показывают. Показывают, что просто вот реально полный привод включен и все. Многие заядлые оффроудисты, они говорят, что, ну, во-первых, вес тяжелый для оффроуда. Во-вторых, мотор слабый. Ну, в принципе, можно чипануть. Ну, как вариант. Хотя, допустим, ну, не знаю, вес, наверное... Потому что я сейчас по льду ехал, блин, слушай, реально он трещит. Вот там особенно, где, видать, еще, ну, да, да. Ну, а так, в целом, как бы, нормально. Еще раз хочу для ловцов снов, я так сейчас называю их, те, которым снятся, ну, такие замечательные сны, допустим, Land Cruiser Prado, Lexus за 7 миллионов, которые у них якобы есть. Вот специально для вас. Почему-то мне не снятся такие сны. Мне почему-то снятся сны, что я летаю голый, и все. Ни машины дорогие, ничего не снятся. Ни дорогие коттеджи, ни дорогие квартиры. Ничего не снятся, только вот это вот. Кстати, специально для вас я хочу сказать. Ребята, давайте будем начинать с цены. Вот эта машина в максимальной комплектации. Да, здесь нет шильдиков, там, Edition One и так далее. Но это максималка. Передние сиденья, во-первых, там подушка, все дела. Она стоит 1 340 000. 1 340 000. Land Cruiser Prado стоит 2 499 000 на механике в самой нищей комплектации. Поэтому, друзья, ну давайте уже как-то будем предметно разговаривать. Конкретно смотреть цену и так далее. По поводу того, что гниет кузов, не гниет. Ну, друзья, сейчас, как мне сказали, сейчас другие технологии покраски, там другая краска несут в нее. Вот, поэтому
Ну, я встречал владельцев там 15-го года, 2000-х годов Патриота. Да, там реально сквозная ржавчина. Я не знаю, как здесь, но время покажет. Ну, допустим, менеджер, как мне сказал, конечно, менеджер мог и напиздеть. А, вот. Но в целом, как он сказал, что сейчас... сейчас другая технология вообще, изготовление железа, покраска там и так далее. Да, возможно, там в каких-то регионах, там, может быть, в Москве, в Питере, ну, реально она будет ржаветь. Но потому что там, блядь, все ржавеет. Вот, здесь не могу сказать. Надо будет найти владельца Патриота, именно на автомате, посмотреть, как работает автомат, как кузов вообще. Ну реально спросить у него интервью, как вот с Рено Арканой было, да. Вот, поэтому, друзья, те, кто пишет в комментариях, пишите еще больше. Я на вас зарабатываю реально. Вот это хорошо. Поэтому пишите, высказывайте свое мнение, порой тупорылое и так далее. Вот, машина есть, автомат стоит. Кстати, автомат нормальный. Да, есть задержки, но он такой... Во-первых, мотор слабенький для этого автомата, потому что он реально выдержит 500 момента, 350 лошадиных сил. Об этом я уже говорил в первом тесте Патриота. Вот. Сейчас какие вопросы мне по этому автомобилю? Первое, это вот задержка в переключении. Когда ты даешь тапку в пол, ну, это опять же для меня. Я такой, ну, грубо говоря, гонщик, да, не светофорный, а просто я люблю из пункта А в пункт Б приехать быстро. Для меня вопрос в том, что есть некие задержки при трогании, допустим, если тапочка в пол, да. И потом уже, наверное, с 4 на 5 тоже есть задержка в переключении. А так, в принципе, нареканий нет. Но опять же, давайте будем исходить реально из цены. Вот цена за рамник, за... Во-первых, клиренс здесь огромный, да, ну, вот можете обратить внимание, там и спереди прям хорошо сейчас реально штурмовали, выезжали со льда. Ну, прет как танк. Поэтому давайте будем исходить из цены. Вот, кстати, вот смотри, ну, красиво выглядит, да? Вань, сколько стоит сейчас? 880, немножко подняли. 880, а сейчас же Т-800 уже есть или нет? Т-700 начали продавать, в Молдове уже есть видеообзоры, я смотрел. Угу. То есть это уже, причем не дилерские машины, а именно владельца машина. 19900 евро стоит. Но там выкидные подножки. Ну там будет интересно, я могу скинуть ссылку. Там, конечно... Ну, в Молдове, в Украине там есть тачки. Там вообще-то там и Хавейл, и другие идут, да. Двухлитровые. Да. Ну вот, давайте вот просто отвлекемся немножко. Смотрите. Дисковые тормоза, да, механика, понятно. Внешний вид, мотор у нас турбо, да. Напомни, сколько? 1,5? 1,5, 149 по паспорту. 1,5, 149, вот. Ну, главное, внешний вид. Выглядит супер. Кстати, в черном цвете, я сейчас недалеко тоже там от детского сада стоит черный цвет Т-600. Ну, тоже классно выглядит. Прям я на что-то смотрю, я реально путаюсь, что, ну, как бы... Непонятно, что за марка, а потом уже смотришь значок. Вот, друзья, ладно, отвлеклись немножечко. Сегодня у нас Патриот. Тестим в городском режиме и в режиме оффроуд. Напоминаю, что мы сегодня зальем. Напоминаю, что это самый дорогой тест-драйв сегодня, потому что уже 25 литров бензина я залил, потому что здесь было полбака. Вот, после теста я еще раз залью. И мы посмотрим. Ну, блин, я надеюсь, что, наверное, все-таки литров 20 я по-любому спалю. Даже, наверное, не на сотку, а может быть даже меньше. Вот. Сейчас немножечко его помучаем. Поедем еще по льду покатаемся. Все, что хотел показать, я вам покажу. И напоминаю, что это будет такое вот практическое задание. Вот, сегодня практика. Ссылка под видео, там теория. Там уже такие московские, такие легкие светофорные гонки. Ну, пробовали. Вот, здесь уже по максимуму. И, друзья, чтобы не забыть, огромное спасибо пареньку по имени Данила, который помог мне найти номер телефона владельца дилера. Огромное спасибо владельцу. Договорились просто вот пару минут. Один телефонный звонок и Патриот у меня. Вообще, минуя маркетологов, минуя там отдел продаж и все остальное. В общем, огромное спасибо Данилу и огромное спасибо Василию. У вас Патриот. Взял у дилера в городе Омске. Все возможно, если захотеть. Хочу померить клиренс у вас в Патриоте. Вот, нашел рулеточку. Сейчас померяем. Ну что, сколько здесь? Вань, как думаешь? Слушай, ну клиренс реально маленький вообще. Да. Я не знаю, как они на нем ездят. Давайте померяем здесь клиренс. Ну сколько примерно? Получше, да? Ну, здесь да. Ну, видишь, все-таки, ну,
коряво они делают Патриот. Во-первых, клиренс разный везде. Здесь клиренс меньше 10, здесь клиренс больше 20. Я не знаю, как вы вообще такие машины покупаете? Как говорит мой друг, ну что, ебобо, давайте сейчас зачитаем, что у нас тут с ценами на Прадо, да? Минималочка у нас на механике. Ну-ка, 2 миллиона 500. 2 миллиона 500, да? УАЗик, он не дает забыть тебе, что ты мужик, что ты добытчик. Поэтому, ну, грех жаловаться на то, что здесь что-то несуразное. Оттолкнемся от цены и, соответственно, по тем условиям, где можно его эксплуатировать. А это реальная психологическая проходимость. Машина проходит везде и, соответственно, ее не жалко. Ну, те, кто говорит, что там Прадик может 15 лет и 500 тысяч километров не ломаться, ну, значит, они, наверное, пробовали. Я не буду с ними спорить. Пока на обзоре у вас, пока Прадик нам не интересен. Да он и Ютубу не интересен. Народ берет. Кстати, разговаривали с менеджером. Он говорит, что стабильно, ну, около 10 патриотов в месяц уходит на механике. На автомате вот за неполный или за полный месяц они продали 4 штуки. И уже люди внесли предоплату и ждут своих машин. Поэтому, ну, друзья, делайте выводы. Я не за патриот, но я и не против него. Обычная нормальная машина для своих... не знаю, для своих там целей, передвижений и так далее, само то. Если отталкиваться, допустим, от цены, ну, друзья, сейчас какая-то задрипанная Аркана стоит 1,5 ляма, да? Солярис в максималке стоит 800 тысяч, а здесь 1 100 000 – 1 400 000. Такие вот дела. Итак, друзья, проехали мы 30 километров, залили 6 литров топлива. Не знаю, насколько это корректно, но, тем не менее, какие-то показатели есть. В общем, был полный привод постоянный. Оффроуда было много. И, соответственно, городской быстрой езды. Ну, как говорится, я люблю. Вот примерно вот так вот. Считайте, сколько это.